Друзья и родственники переживают, но больше всех волнуются конкурсанты. На площадке КРК «Пирамида» прошел финал 13-й ежегодной студенческой премии «Студент года 2017». Привет, лучшее студенчество Республики Татарстан! Каждый из вас знает, сколько этапов отбора приходится проходить тем, кто сегодня сидит в этом зале. И не это ли значит то, что сегодня действительно собраны здесь лучшие из лучших? У нашего студенчества есть огромные возможности развиваться, и мы этим очень успешно пользуемся. В этом году участие в премии приняли 386 человек из 5 районов Республики Татарстан. Только студентами Казанского федерального университета было подано 184 заявки. 13-я ежегодная премия «Студент года 2017» объединила на одной сцене лучших студентов Татарстана. Награждение проходило в 19 номинациях, таких как «Интеллект года», «Творческая личность года», «Спортсмен года» и других. Представители Казанского федерального университета одержали победу в 8 номинациях. Журналистом года стала студентка 4-го курса КФУ Анастасия Иванова. На самом деле я не ожидала до последнего момента и была в шоке под победу. То есть мои силы воли, моего опыта, который я прошла как на студенческом телевидении «Универ», смотри, сейчас в университете талантов. То есть человек побеждает сам себя в этот момент, и он получает вознаграждение за все то, что он делал в своей жизни. На церемонии награждения каждую номинацию представляли в различных форматах, а на сцене каждый раз появлялись разные ведущие. Одним из них был и обладатель гран-при «Студент года России», магистрант КФУ Нафис Сирзединов. А в зрительном зале собралось более 1500 гостей и болельщиков. Яркие танцы, песни и выступления КВНщиков не давали скучать ни одному зрителю. Самым волнительным моментом стало награждение в номинации «Гран-при». Ее финалистами стали 5 студентов, в том числе и магистрант Казанского университета Мария Крюкова. Гран-при премии «Студент года 2017» в Татарстане завоевала Диляра Баширова из Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Это эмоции просто невероятные, потому что столько лет работать, к этому не идти. И наконец-то, это случилось, мы победили. Конечно, стать студентом года – это не просто почетно, а большая ответственность. Я обещаю, что буду нести это звание достойно. Самое главное пожелание – верьте в себя. Никогда не думайте, что нет, я не смогу. Работайте, делайте, все получится. И это я сегодня доказала. Помимо путевки на конкурс «Студент года России», Диляра получила право обучаться в любом вузе мира по республиканской программе «Алгарыш» и премию в 30 тысяч рублей. Традиционно на церемонии награждения определяют и победителя в номинации «Вуз года». Победу разделили сразу два вуза – наш Казанский федеральный университет и Казанский государственный энергетический университет. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.